Пришло время объявить очень лирический дуэт. Михаил Боярский и Анастасия Заворотнюк. Как много девушек хороших. О, Боже. Как много ласковых имен. Но лишь одно из них тревожит, унося покой сон, когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Да, правда, неплохо. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Сердце, тебе не хочется покоя. Да-да. Сердце, как хорошо на свете жить. Очень хорошо. Спасибо сердцу. Спасибо. Насте Заворотнюк за то проникновенное выступление, которое они дарили нам в течение 2 месяцев. Ну, проходите, сердцы. Сердцы. Я хотел сказать, Михаил Сергеевич, что можно было отгадать, какую песню вы споете. Правда, если проанализировать те произведения, которые вы исполняли, то ваши сердца вот бились, так они как-то сходились, параллельно так, сюда, влево, вправо, и, наконец, они сошлись в последней программе проекта «Две звезды». Может быть, вы что-нибудь скажете в канун Нового года? В канун Нового года. Поздравь меня, Настя. Саша, я тебя поздравляю. Я все помню, Настя. Ты все помнишь? Помнишь, как все начиналось? Да, помню. Как оно было все, вот это. Было клево. А что, кстати, было? Я уже не помню. Не помнишь? Как ты мог это забыть? Нет, я все помню. Я тебе желаю в следующем году, чтобы ты все вспомнил. Так. И чтобы все мои пожелания счастья, которые я тебе уже пожелала, они в следующем году воплотились в твоей жизни. Михаил Сергеевич, можно я поцелую руку? Пожалуйста. Настину. Настя, пожелай ему аппарат Елизарова. С наступающим вас. Вы знаете, с наступающим всех. Один раз, потом второй раз. Я бы спел ее третий, четвертый, потому что там есть такие слова. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Я надеюсь, что все сердца зрителей способны на большую, глубокую, настоящую любовь. И я желаю этого вам в каждом году, господа. Счастья вам. И счастья уважаемым членам жюри. Большое счастье так. Видеть Сергея Мазая, который плачет. Он просто плачет. Настолько тронуло его выступление, он рыдает. Я вспомнил песню. Какую? Которую пел Лев Валерьевич. До свидания, наш ласковый Миша. Ласковый Миша. Ну что делать, что они тёзки? Тёзки. С тем, к которому ты обращался.
Мне нужно уйти. Михаил Сергеевич, нет, я просто очень люблю вас и очень много лет. И не только один я, а вся моя семья, все соседи нашей семьи. Вот почему я такой худой. По-моему, все зрители в сегодняшнем зале, все очень любят. Ну, а как мы любим Настю Заворотнюк? Тоже всей семьей. Я думаю, что вы квинтэссенция народной любви. Ваш дуэт. 10, 10, 10 и еще раз 10 баллов. Спасибо. Спасибо большое. Ну, на табло появляется одна десятка. Надежда. Я искренне всех поздравляю с наступающим Новым годом. И хочу, чтобы никто никогда ни на кого не обижался. Я заранее хочу попросить прощения, кому сделала неприятности в этой жизни, вот именно перед Новым годом. Ребят, я вас очень люблю, ценю и, как всегда, трепетно к вам отношусь. 10. Спасибо. Спасибо. Специально для Надежды Бабкиной объявляем сегодня прощенное воскресенье. Устами Нади Бабкиной, конечно, глаголила истина. Это, безусловно, десятка. Если можно, передайте, пожалуйста, просьбу Насте Заворотнюк. Я хотел бы научиться вот так же, как она, целоваться в губы и при этом еще и петь. Настя, зайдите в офис к Льву Ирянчу после съемок. Нет, это аттракцион, когда они целуются и при этом звучит еще их голос. А вы с Винокуром потренируйтесь, а Настя придет как-нибудь к вам. Саша, ну нам что? С Винокуром давно уже нужна женщина. Минуточку, это не ко мне. Гоните от себя эти мысли, Лев Валерьевич. А вам кто нужен, Яна? А мне вообще прекрасно. Я вот как-то в полном шоколаде. Хочу пожелать всем в наступающем году, чтобы было все, как в строчке из этой песни. Любовь не чай, она нагрянет. Чтобы с вами в следующем году это произошло, если еще не произошло. 10 баллов, какие тут могут быть разговоры. Спасибо. Спасибо большое. Итого 40. Это было последнее.